районе. Несмотря на обу болезни, ты еще сердцуй Yeah.
Европы сейчас в России через русские диаспоры, через местные сообщества пропагандируют гомофобию. Вплоть до того, что многие организации гомофобы не только получают деньги из Москвы, но и прямо авторизуются в российских посольствах в Берлине. Россия, да, делает эту агитацию с совершенно определенной целью, да, она ищет опору для своей политики внешней. И да, в том числе, да, раскалывая общество на Украине, в Молдове, мы это сейчас очень четко видим, как это делается тоже непосредственно через гомофобию в странах Балтии, постсоветской. Тем самым, да, находя опору, раскалывая общество и подготавливая, да, почву для различных своих инициатив, в том числе таких трагичных, как нападение на Украину, война в Украине.